Повернемося до теми роковин нападу Росії на Грузію. Зараз до нашого ефіру долучається Кобана Копія, депутат парламенту Грузії. Вітаю вас, слава Україні! Слава Україні! Вітаю вас! Отже, минуло вже 14 років, як Росія вторглась у вашу країну. Напередодні МЗС Грузії закликало РФ вивести свої війська. Йдеться про численні порушення міжнародного права, угод. От чому саме зараз і на що офіційний Тбілісі сподівається? Да, уже 14 лет прошло после последней агрессии России в отношении Грузии, потому что это не первый случай был. Все почему-то все время вспоминают войну 2008 года, так как это более, так скажем, свежая в памяти агрессия со стороны России. Но она начиналась задолго до этого на территории, так скажем, Южной Осетии, то есть Хидвальского региона в начале 90-х годов и в Абхазии 91-й, 2-й, 3-й год. Да, то есть эта война длится уже в Грузии более 30 лет. Тогда, как вы помните, практически оккупация началась тогда. Вот просто на линии разграничения стояли так называемые миротворческие силы, которых представляла Россия. Эти миротворческие силы никак не выполняли функцию миротворцев, они выполняли функцию охраны марионеточных режимов, которые находились на данных территориях в Абхазии и в Южной Осетии. В 2008 году они решили дооккупировать еще дополнительные территории. Вот, и в августе, после неудачного, я бы сказал, в конечном итоге, как показывает особенно нынешняя ситуация, саммита НАТО, которое было в Бухаресте, где, к великому сожалению, и Грузии, и Украине было отказано во вступлении в НАТО, то есть получении ПДЧ, так называемого, да, было отказано, то есть там, насколько я помню, Германия и Франция были против, но в особенности Германия, будь принято это решение, то я абсолютно уверен, что не было бы ни 2008 года в августе в Грузии этих событий, так же, как и не было бы в 2014 году в Украине, и тем более не было бы сейчас. Та война длилась там буквально, военные действия длились там 5 дней, 5-6 дней, может быть. За это время весь мир увидел русский мир, который пошел тогда к нам. Все очень хорошо помнят, как они вторгались, что они творили, убивали, грабили, мародерничали. Хорошо помнят российских солдат с унитазами в руках, которые просто первый раз в жизни, наверное, это увидели. Особенно видео распространялись, когда они сами записывали и выкладывали в социальную сеть, когда или пересылали друг другу, когда они просто, так скажем, завидовали, как жили грузинские солдаты, как были оснащены грузинские казармы. Вот, они такого просто не видели и восторженно друг другу об этом рассказывали. Есть эти кадры, они существуют и в социальных сетях. Вот, все то, что сейчас происходит в Украине, Грузия пережила там, в начале 90-х и в 2008 году. Это было продолжение того процесса, который начался и в Абхазии, и в Южной Осетии там, в 90-х годах. Але якщо повернемося до сьогоднішніх днів, от ця заява, на що розраховує офіційний Тбілісі? Що Росія дійсно виведе свої війська? Офіційний Тбілісі, ще раз ми побачили, що з Росією розмовляти, там, типа, со слабой позицией разговаривать и, так скажем, не раздражать ее, это ничего не дает. Вы видели, наверное, последнее заявление Медведева, когда он упомянул в своем там, на Facebook выложил пост, где он упомянул и Грузию, и Казахстан.
типа, что ни у грузин, ни у казахов никогда не было государства, что это российские земли, и предупредил нас, что он за нами еще раз придет, или к нам еще раз придет. Вот как бы, как ни крути, как ни ласкай их, там, да, как ни присоединяйся к санкциям, как это делает сегодняшняя грузинская власть, вот как ни раздражай их, вообще грузинская власть очень осторожно относится к тому, чтобы упомянуть слово там, агресія, війна. От знаєте, в контексті цього я б хотіла уточнити ставлення, тому що ми розуміємо, в наших лавах Збройних сил України служать з 14-го року грузини. Я їх бачила на фронті. Але от ми душею розуміємо, що грузинський народ з нами. Але якоюсь є неоднозначною позицією офіційного Тбілісі от в війні Росії проти України. Як можете пояснити це? Ну, да, на самом деле это так. И вот опять возвращаясь к 2008 году, если бы не усилия наших западных партнеров и жесткая позиция Соединенных Штатов Америки, особенно, и позиция наших друзей, в первую очередь это Украина. Президент Украины, вы помните, под большим риском прилетел в Тбилиси и стоял на площади Руставели вместе с президентом Качинским, президентом Литвы, Латвии и Эстонии. 5 президентов стояли на проспекте Руставели тогда и защищали вместе с грузинским народом свободу и наши западные ценности. Да? Ви вважаєте, що тоді була підтримка союзників достатня? Чи можна все ж таки було, якби вона була потужнішою, то, можливо, б із Україною не було б цієї війни? Да, вот если бы не было бы этого, я хочу сказать, если бы не было бы этой поддержки, то Путин пошел бы дальше. Он стоял буквально там в 30 километрах от Тбилиси. Вот, и он собирался зайти в столицу Грузии. Понятно, что Тбилиси взять было бы на тот момент невозможно. Мы бы защитили бы, мы оборонялись бы. Но такие намерения у Путина были. Такие же намерения у него были в Украине. Мы это увидели там, в конце февраля, когда он планировал за 3 дня захватить Киев. Но ему это не удалось сделать. К сожалению, наши грузинские власти об этом не помнят. Они не помнят о том, что во время Абхазской войны в 90-е годы украинский батальон воевал на стороне Грузии, и они защищали тогда свободу Грузии там. Они не помнят, что прилетал президент Украины, во время войны стоял на площади Грузии. Они не помнят, как вывозили украинцы грузинских беженцев, и сколько жизней Украина спасла в Грузии во время войны, особенно в 90-е годы. Мы это очень, я выходец сам из Абхазии, мы это очень хорошо помним, и мы благодарны за это Украине. Они все это забыли, мне кажется. Они забыли даже тех грузин, которые сегодня, насколько я знаю, второй по численности, то есть контингент после, так скажем, вооруженных сил Украины, грузины, которые воюют сегодня и защищают свободу, и нашу свободу, в том числе свободу грузин сегодня в Украине. И более того, вам скажу, по всем опросам, более 90% населения Грузии сегодня считают эту войну собственной войной. Эти цифры есть, и власти об этом хорошо знают. Но вопреки желанию власти, чтобы максимально поддержать Украину, Украина не просила никогда там, так скажем, тянуться в Грузии в военный процесс. Нет. Речь идет о санкциях, речь идет о другого типа поддержки. Политическая поддержка, так. Конечно, и дипломатическая поддержка, и политическая. То есть есть много аспектов, где Грузия могла бы быть более эффективной. И вот и эффективно помогать Украине сегодня в борьбе с агрессором, потому что сегодня на кону стоит не только свобода Украины, а стоит свобода Грузии и всего цивилизованного сообщества. Но уверяю вас, ще хочу поставити одне питання, ми обмежені, на жаль, в часі. Нині Тбілісі, Грузія стає прихистком для росіян, які тікають. Ну, от, і за останній час збільшилося приїзд росіян чи не вдвічі, чи не втричі, але звучить ідея ввести візовий режим. Наскільки ця ідея реальна? Саме для росіян? Да,
Вряд ли нынешние грузинские власти будут вводить визовый режим для граждан России. Но, как вы видите, граждане Грузии это уже делают достаточно успешно. Вы, наверное, видели недавно один из таких баров в Тбилиси. Опубликовал визовую анкету. Да, визовая анкета, то есть при выполнении конкретных условий они могут посещать. И вы знаете, это повсеместно происходит. Повсеместно происходит, то есть вот люди, обыкновенные люди, очень жестко реагируют, если там на русском языке могут разговаривать даже сегодня, беженцы из Украины в том числе, да, но очень часто прибегают к различного рода идентификации этих граждан. Вот, поляницы пытают? Ресторанов. Поляницу не спрашивают, но, по крайней мере, задают вопрос, как они относятся к тем процессам, которые сейчас происходят в Украине. И там это очень легко определить. Сегодня две категории граждан России находятся на территории Грузии. Одна категория – это люди, которые бегут от режима. Вторая категория – это просто туристы, которые приезжают, так скажем, в Грузию и иногда, так сказать, позволяют себе там и агресивные высказывания и так далі. Я так розумію, що останнім часом грузини їм вже вказали на те, що вже вони не можуть цього робити. Я вам дякую за підтримку. Да. Я дякую Поэтому вам за розмову. Саме головне сьогодні, що населення Грузії, грузинський народ, от повірте, і ми віримо, ми знаємо, ми відчуваємо. Приїжджайте в Грузію, ви це побачите, таке кількість, так скажем, українських цвітів. Наверное, не было никогда, и ни в одной стране мира я не видел, я ездил, нигде не видел такой поддержки со стороны народа Украины, как это происходит реально в Грузии. Поэтому... Дякую вам за запрошення. Як тільки перемога, після перемоги ми одразу. Власть, которая будет так же поддерживать, как ее народ, Украина. Будемо сподіватися. Украина победит в этой победе. Обязательно победит Украина. Дякую. Слава Украине, слава героям. Героям слава. Це був Коба на Копія, депутат парламенту.